Кубики с грехом пополам вывели в среднюю зону, а тем сейчас в зону соперника. Опасно! И выручает браво, Назаркин. Да. Бросок Яковлева мимо. Большаков, подбор за динамовцами. 30 секунд. Игроки на секундомер смотреть точно не успевают. Бутницкий! Рикошет, бросок, Ромашкин! Суперсейв! Графов! Сейчас и браво Тулинов, сотворивший какой-то просто умопомрачительный сейв. Вдвоем хоккеисты авто сейчас вываливались на ворота соперника и не использовали этот 99% шанс для того, чтобы сравнять счет. Браво голкиперу. Вновь ошибка. Какая ошибка. 2 в 0. И что? Чуфаров. Чуфаров, ну вот смотри. Да. Все, и 2 в 0 на чистый лед выскочили. И самое обидное, что динамовцы даже и при всем желании не успевали туда прикатиться и помешать. Красиво обыгрывает Никулин момент, и все-таки нет, не удается Локо забить. И вот, ну, ух ты! А что такое Михаил Роденко, как не забил-то? Шайба. Вот Роденко. А, да, смотрите, вот спасибо, это Майко, вот момент с Роденко. И правда, это, наверное, пока самое крутое спасение Семена Майкова в МХЛ. Клюшкой выручил. Передача. Вот это я просто можно нести к категории чудес. Рамки ворот. Вот смотрим момент. Да. Давненько я ждал моментов. Ух ты! А вот и бросок авто. Можно еще попробовать добить. Еще одна передача и пустые ворота. Не заносит эту шайбу авто. И здесь просто сумасшедший, умопомрачительный сейв от Кузнецова. Ну, смотрите, сгрудились хоккеисты Новокузнецка.
перед воротами. И какой сейв! Это просто отвал башки. Это просто сейв дня, наверное. Сейв недели.